я родился полноценным, и у меня был большой успех в детстве. Представьте, как в один день ты все это теряешь, и ты теряешь смысл жить в целом. Просыпаешься, кушаешь, ложишься спать. Это был весь мой быт. Я преодолел долгий, тяжелый путь, который сделал меня настоящим человеком. Я из серии Кисматов, и я рад, что я живу сегодня. Очень благодарен тем людям, которые однажды спасли меня, чтобы сегодня люди, смотря на меня, брали большой пример. Нужно любить жизнь, нужно любить ее такой, какая она есть. Я оказался в таком большом государственном проекте «Становых лиц Казахстана», который дал мне огромные возможности. Каждый, кто нашел себя, который оказался в данном проекте, показывает всю эту работу изнутри. Он рассказывает о том, что есть на самом деле работа хирурга. Что такое бизнес, что такое спорт, что такое наука. Проект, он направлен на то, чтобы показать стране и жителям, что такое новый Казахстан. У каждого из вас есть возможность трудиться, развиваться. Вы являетесь лицом нового Казахстана.